Привет! Ты гуляешь во время дождя на улице? Да, гуляю. А после этого твоя обувь мокрая? Да. А как мама ее сушит? Кладет на батарею. Понятно. А можно использовать для этого специальный прибор. Вот это вот называется сушилка для обуви. Как она работает? Работает она очень просто. Один нагревательный элемент мы кладем в один ботинок, второй нагревательный элемент в другой ботинок. После этого включаем в розетку. А и за ночь твоя обувь станет снова сухой. Ты в садик ходишь? Да. Ну вот. А на следующий день в садик ты пойдешь в сухой и теплой обуви. А резиновые сапожки можно сушить? Да, конечно. Можно сушить и резиновые сапожки, и кроссовки, и мамины сапоги. Я хочу сделать маме подарок. Да, это очень хороший подарок, Бот. Твоя мама Бот очень рада. Эта сушилка прослужит очень долго. Спасибо. Пожалуйста.